Ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. А, запись идет. Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей. Сегодня у нас демо-версия «Звездных войн» по первой части. Опять же, неофициальная и, возможно, во что-то больше это, похоже, не выльется, потому что Disney активно банит подобные проекты. Так или иначе, ребята, давайте посмотрим. Мы находимся в главном меню. А, Ray Tracing? Да ладно. Фигадно! Мы начинаем дроидом на космическом корабле, и вот можно заметить, что есть, разумеется, лаги, фризы, это имеет место быть, но ничего страшного в этом, похоже, нету, да? Здорово, братан! C-3PO, я хороший робот! За окном у нас нелетная погода, похоже. Красота-то какая! Лепота! Земля, да? Земля в иллюминаторе видна! Ну что, ребят, значит, мы можем бегать и можем даже пострелять. Тю-т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 ю, братан. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я пошутил. Ладно, мои хорошие, но, похоже, мой Windows дал сбой. Поэтому, разумеется, я пытаюсь размотать наших. Мы можем выйти наружу. Ёбушки-воробушки, обалдеть. Парни, чё, куда? Я в душе не веду, давайте пробежимся и, возможно, найдем что-то интересное. Но дальше, похоже, пройти мы не можем. Ладно. Ты не пройдешь! Да уж, визуально вроде большие просторы, но особо побегать не дают. Обалдеть. Хо-хо-хо-хо-хо. Местный диверсант, похоже. Воу, и здесь пройти мы не можем. Да ладно. Возвращаемся назад. Это, похоже, будет самое короткое видео в истории канала, потому что, серьезно, налево пойдешь, ни хера не найдешь, направо пойдешь, ни хера не найдешь. Поэтому остается просто бегать, нарезать круги и пытаться размотать наших. Лучше и не скажешь. Разумеется, хотелось бы хоть каких-то противников, но, как вы можете заметить, что особо побегать нам попросту не дают, да? Ладно, давайте возвращаемся лучше в нашу комнату, хоть там есть чем заняться, да? Так или иначе, ребята, мы уже на месте. Опять же, ничего заюзать, ничего сделать походу нельзя. Нам остается просто бегать, стрелять. И вот даже, казалось бы, какие-то интерактивные объекты, разумеется, заюзать их также нельзя. Попытаю удачу, один из проходов, но, похоже, здесь мы тоже, да, пройти не можем. Обалдеть. Ну, серьезно, можно просто бегать, сходить с ума и стрелять во все, что ни попадя. Ну что, ребят, такое вот небольшое демо, я местами не знаю, что еще добавить, особо побегать не дают, но и ждать какого-то финала тоже не стоит, да, потому что, опять же, Disney очень активно банит подобные проекты, и, собственно, чувак это сделал как портфолио, да, то есть он будет устраиваться на работу в тот же Disney, покажет, типа, вот, пацаны, я умею вот так, да, и уже будет работать на Disney на официальных щах. Ну что, мои хорошие, давайте прощаться уже до следующих видосов. Оставьте ваши большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.